Обновилась у вас картинка, потому что у меня она не обновилась. О, все, есть. Есть? Да. Жек, включай свой динамик. Ну, не слышно ничего, если кто-то что-то говорит. Да, здесь не слышно. Включила все. Хорошо. Так, слышно? Нас слышно? Да. Великолепно. Вот, есть поверье о том, что Burndown Chart – это чарт, который надо сжигать. Да, то есть, и поэтому такая присказка, что я просил Burndown Chart как категорию графика, а не сжечь чарт у нас на глазах. А кто сталкивался с бердаунами вообще на проектах живую? Ну, может, кто, ну, от того, что просто я видел эту штуку и теперь знаю, как она называется, до того, что я сам их составлял и знаю, зачем она надо. Есть такой репорт по результатам или по прогрессу спринта? Так. Если это... Или это не совсем то? Это абсолютно то. Давайте делиться впечатлением. Смотрите, нет неправильных ответов. Ну да, есть такой красивый график, можно посмотреть там в Jira, например. Да, если это, как ты правильно сказал, это график, который используется для оценки результатов спринта, иногда, не всегда он бывает красивый, иногда он бывает и не совсем красивый. Да. Один из подводных камней Burndown чарта, что если Burndown либо слишком, ну то есть либо отображает реальную ситуацию, эта ситуация слишком плоха, либо если он неправильно сформирован, неправильно составлен, то этот Burndown чарт может, собственно, сжечь проект. Сжечь его дотла. Прекрасно понимаете, да, что если график показывает реальную картину, и эта картина ужасающе печальна, клиент не в восторге, потому что он платит деньги совсем не за не сделанную работу, а как раз за сделанную. Точно так же, если вы в своей команде настроили Burndown Chart таким образом, что он выглядит очень красиво, очень идеально, очень правильно, но при этом не позволяет вам увидеть текущие проблемы в команде, этот график не несет для себя никакого value, и подводный камень, ну как риф, да, на который команда может напороться, вы всегда видите красивый бердаун, но при этом в какой-то момент напарываетесь на большие неприятности с отставанием по срокам, с отставанием по скопу. Презентажка сделана в таком виде, что вы ее потом сможете почитать и, собственно, все в нужный момент там, найти свой текущий Burndown Chart, подумать, где же мы сейчас находимся, быстренько найти базовые рекомендации, что нам с этим сделать. Ну и, в принципе, почитать, подумать, а какой вариант формирования Burndown Chart нужен и полезен нам. То есть, где используется, что это такое, зачем нужен и когда его применять, в каких вариантах. Женя правильно сказала в начале, да, чтобы вы могли научить своих PM-ов правильно, удачно использовать, хорошо, процитировала меня, научить своих PM-ов правильно использовать Burndown черты, чтобы команда, в первую очередь команда видела свое текущее состояние. Еще раз, ладно, можете воспринимать это как легкий гипноз и зомбирование, но вы как команда отвечаете за те метрики, которыми вы руководствуетесь, на которые вы опираетесь, и именно вам выбирать, подходит это для вас или нет. То есть определение типа Burndown чарта вы как команда можете помочь PM определить наилучшим образом, так же как вы как команда приходите к BA и помогаете BA определить наиболее оптимальный способ написания acceptance для story. Теперь идем дальше. Все знают классический Scrum Framework SDLC, да, есть Product Backlog, Sprint Backlog и так далее. Burndown чаще всего используется на Scrum-based, ну или Agile-based фреймворках. Это метрика, вышедшая из Scrum. Говоря о более разветвленной, такой разукрашенной схеме, где же все-таки используется Burndown в рамках всего SDLC-цикла? Он используется на двух этапах. Один этап, Вадим, ты, по-моему, говорил, да, он используется для мониторинга, для трекания прогресса по спринту. И это как раз Burndown Chart, который сейчас на слайде справа. То есть он находится внутри итерации, он каждую с первым днем, первым часом первого дня итерации до последнего часа, последнего дня итерации этот график трекает ваш текущий прогресс в рамках итерации. Есть второй Burndown, который используется на уровне либо всего проекта, либо релиза, да, если у вас проект разбит на релизы или фазы, как бы вы их ни называли.
Между ними есть небольшие отличия. Почему? Сейчас посмотрим, из чего Burndown состоит, и к этому вернемся. Исходя из названий, есть Sprint Burndown Chart справа внутри итерации, и есть Release Burndown Chart слева в рамках релиза или всего проекта, или Project Burndown Chart. Исходя из названий, соответственно, один трекает прогресс внутри итерации, второй в рамках релиза. Не хочу вас пугать, немножко менеджмента. А кто вообще видел железный треугольник или о нем слышал? Ну, просто чтобы я понимал, насколько детально на нем остановиться. Хорошо, Женя, раз. Я два. Кто еще? Андрей видел. Андрей, три. Привет, Андрей. Привет. Андрей, ты сможешь в двух словах сказать, что это за зверь? Ну, то есть, самый крутой вариант ответа, что такое железный треугольник, народ мне приводил. Это вот на концерте, знаешь, есть у перкуссиониста такой железный треугольник, по которому дзынькают. Ну вот. Андрей? Железный треугольник – это те ограничения, которые у нас есть на проекте. Мы можем пытаться тянуть за один угол, за другой, но на самом деле эти ограничения очень сильно связаны, и очень важно понимать, чем ты управляешь. И в Agile традиционно говорит, что мы управляем здесь одной переменной, это упрощает управление проектом. Собственно, поэтому треугольник смотрит вниз. Да, спасибо большое. Ребят, Agile в первую очередь это методология, нацеленная на scope. Да? У нас только там 7, по-моему, 7% фич, которые инжектятся в продукт, используются всегда, 13% часто, все остальные, ну, то есть, соответственно, по нисходящей реже. Поэтому в Agile нам важно делать фичи с максимальным приоритетом. Соответственно, когда мы говорим о рамках итерации, да, это ну, такой более осязаемый горизонт, у нас есть команда, фиксированная команда на итерацию, которая стоит фиксированных денег. То есть, соответственно, правый верхний угол, бюджет, он у нас зафиксирован. Говоря о времени, да, итерации всегда фиксированной длины, или там тот же релиз, он фиксированной длины. То есть, время у нас тоже зафиксировано. Соответственно, что у нас гибкое? У нас гибкие фичи. Мы берем для себя в скоп итерации какой-то объем функциональности, который мы коммитимся выполнить до конца этой итерации или в рамках текущего релиза. Мы можем менять приоритет, то есть какие-то фичи выпадают, какие-то добавляются. Может расти скоп. Растущий скоп, соответственно, будет влиять либо на время, либо на бюджет. И Burndown – это как раз тот инструмент, который позволяет нам мониторить баланс между скопом и временем. Говоря чуть-чуть о том, как мы его будем интерпретировать, наверное, правильнее было бы начать с того, из чего он состоит. Все, что вы сейчас видите на экране, это все burn-down черты. Я даже не хочу вдаваться в подробности на спринт или на итерацию. Просто все дружно анмьютнитесь и, не знаю, прокричите, кто сейчас чувствует себя вот так. Потому что я тут вначале распинался, говорил, что burn-down очень простой инструмент, да, очень понятный и простой. Так вот, в основе всех этих страшных картинок лежит всего-навсего две оси с двумя прямыми на них, кривыми. В идеале две прямые, де-факто одна прямая, одна кривая. Что есть красная линия, которая является основой? Красная линия – это baseline. Baseline – это расчетная или запланированная линия, по которой мы должны двигаться. Синяя линия, ну, она может быть синяя, зеленая, другого цвета. Это некая actual line, то есть то, как мы на самом деле движемся в рамках итерации или в рамках релиза. Говоря о том, что же на самом деле представляет собой burndown. Иксы. Да, это время. Если мы говорим о релизе, это будут итерации. Если мы говорим о спринте, это будут дни текущего спринта. Говоря об оси Y, это эфорты, которые остались, это объем скопа в сторипоинтах, то есть как раз разные burndown черты, на них меняется размерность для оси Y. Это могут быть часы внутри спринта, это могут быть количество тасок внутри спринта, это может быть количество стори, это может быть просто сторипоинты в рамках релиза. Да? Когда мы прокладываем, например, baseline или вот текущую линию, по которой мы должны двигаться, мы говорим, что за каждый день итерации, к примеру, да, если там я как один человек, 10 человек в команде, 8 часов в день у каждого, наши capacity в день 80 часов. То есть мы должны сжигать по 80 часов заэстимированных тасок ежедневно. Но, как мы видим на примерной картинке, в первый день мы сожгли там вместо 10 часов, мы сожгли где-то 2, да, или может там 3.
То есть у нас начинается отставание. И говоря о самом базовом принципе интерпретации Берндауна, если фактическая линия идет над линией бейзлайна, мы начинаем отставать. Валидно для спринта, для релиза. Я сейчас буду плавненько уходить в спринт. Идет над бейзлайном, мы отстаем. Идет под бейзлайном, мы идем на опережение. Дальше начинаются более коварные вещи, которые говорят о чем. Мы можем увидеть на бердауне очень много всего, на самом деле. Если мы говорим о сторипоинтах, вот здесь уже пример релиз бердаун чарта. Внизу у нас идут итерации, звездочка внизу. Это текущая итерация, которая только что закончилась там, где мы находимся в данный момент. И давайте подумаем, что мы можем видеть. Бердаун для релиза. Это, в принципе, график, основанный на velocity команды. Кто скажет, что такое velocity, напомнит всем. Скорость выполнения задания. Окей, и как она считается? Storypoint. Storypoint за спринт. Размерность в storypoint, да. А как мы ее считаем? Storypoint за спринт. Это средняя velocity или вообще velocity? Если мы говорим о burndown, да, мы говорим о фактической velocity. То есть нам в каждую итерацию мы ставим свою фактическую velocity. Фактическую... Количество тасок за единицу размерности. Угу. То есть мы взяли в спринт 5 сторик, общей суммой в сторипоинтах, которая составляет там, 35 сторипоинтов, и мы фактически все их сделали, все их довели до конца, то есть реально завершили 35 сторипоинтов скопа. Мы их сожгли, потому что все 5 сторик суммарным весом в 35 сторипоинтов были закончены. То есть наша текущая velocity на спринт реально составляет 35 сторипоинтов. Это actual. На графике, который здесь приведен, то есть мы можем видеть нашу фактическую velocity. Сколько реально мы сожгли. То есть сумма сторипоинтов для всех стори, которые были сделаны за текущую итерацию. То есть сколько работы velocity команды, сколько работы сделано, сколько работы осталось. Если мы говорим, что мы до этой итерации, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 итераций прошло, мы сжигали по 10 сторипоинтов. Видите, мы всегда укладывались в наш бейзлайн. То есть мы всегда выполняли и весь коммитмент, который мы на себя брали, и укладывались в расчетную velocity, которую мы для себя ставили, 10 сторипоинтов. Мы сожгли 80 сторипоинтов, теоретически у нас осталось из 160 еще 80 до конца релиза. Так, как может выглядеть burndown? Все, поменялось. Когда у нас velocity пляшет. Берем тот же пример, когда у нас 10 сторипоинтов расчетно. То есть бейзлайн здесь выставлен под 10 сторипоинтов. Первые итерации выходили по 10. Или наоборот не успевали. Откуда может взяться такой рост на бёрндауне, к примеру? Если бы здесь была кривая линия, да, actual, то мы бы уже ушли над бейзлайном. Это пример роста скоупа. Если у вас суммарно на релиз было 100 сторипоинтов, скоупа должно быть сделано, и у вас почему-то actual подскочил резко вверх, при том, что вы определенную сумму сторипоинтов уже сожгли в рамках релиза, то, скорее всего, у вас добавился скоуп. Чуть-чуть напоминаю о базовых принципах agile. Если у вас есть capacity, да, или там commitment на релиз 100 сторипоинтов, и вам добрасывают скоуп. Правильно, при получении 10 новых сторипоинтов на 10 сторипоинтов старого скоупа выбросить, да, то есть провести замещение или rotation scope. Этот пример, который whole 5 new reports, это значит, что те же там 10 или 20 сторипоинтов вам докинули сверху, не убрав ничего из предыдущего скоупа. И, соответственно, вы видите, что с этой точки вы сжигаете с той же velocity 10, но вы уже находитесь в постоянном отставании. Поэтому иногда на бердауны, покажу на примерах, цепляют еще линию скоупа. В идеале она должна начинаться с этой же точки и идти абсолютно идеальной прямой параллельной оси иксов. И вот в моменты, когда у вас растет скоуп, это не будет значить, что вы просто опаздываете, а у вас еще и линия скоупа будет расти вверх таким небольшим скачком. И это будет хорошо объяснять, почему поменялось. Что может быть здесь проседанием? Либо кто-то что-то классно предложил хороший solution, вы успели раньше, или команда поднапряглась, ушла дальше вниз. Линия actual идет параллельно. Баги в сторипоинтах желательно не эстимировать.
Соответственно, скорее всего, потому что они не несут функциональное value и являются долгом команды, факт. Это значит, что, скорее всего, вот эти две итерации команда находилась в стабилизации. То есть нового функционального value привнесено не было. Так? То есть функциональных старипоинтов мы сожгли 0. Здесь снова был какой-то напряг. То есть вот такие варианты видов интерпретации бёрндауна могут быть. Бёрндаун на прошлом слайде и на этом слайде это бёрндаун, который трекает одновременно бейзлайн, то есть как мы должны двигаться, actual, как мы двигаемся на самом деле. То есть вы видите, что пунктир это бейзлайн, сплошная это actual. Как мы двигаемся на самом деле, то есть с отставанием. И плюс столбики с velocity, то есть это смёрдженный график классического релиз бёрндаун чарта и velocity чарта. В двух словах, о чем мы поговорим. Я стараюсь сейчас такую базовую интерпретацию пройти очень быстро. Вы сможете это открыть, почитать, посмотреть, мне позвонить, написать письмо и так далее. Айтемы таски. То есть мы не сжигаем почасово или по сторипоинтам, что мы потратили. Мы сжигаем сумму сторипоинтов или сумму часов на то количество тасок, которые мы реально фактически закрыли. В этом случае у нас по оси Y идет просто количество айтемов, количество тасок или количество стори, как вы для себя определите. То есть у нас идет прямая линия до тех пор, пока у нас хотя бы одна таска не закроется. Закрыли две стори или две таски, сожгли. Закрыли еще одну стойку, сожгли. Закрыли еще одну, сожгли. Тут закрыли еще две, тоже сожгли и так далее. Внизу дни. Еще один вариант, дни и часы. Самый распространенный вариант бёрндауна в рамках спринта. В принципе, самый простой, самый удобный для мониторинга, для логания времени, для репортинга. У нас есть общая сумма часов, в которые заэстимейчены все таски в рамках итерации. Мы логаем все часы, которые мы потратили на таски. В чем опасность такого бёрндауна, кто скажет сходу? Соответствовать таскам. Еще раз. Можно потратить больше, чем запланировано. Можно потратить времени больше, чем запланировано, и таск не закрыть. Да, абсолютно верно. То есть мы можем потратить на таск, который эстимировали в 4 часа, потратить 40 часов и только потом закрыть этот таск. И график нам покажет, что на самом деле мы тратили по 8 часов в день, мы потратили там 5 дней времени, и вроде мы укладываемся в бейзлайн, но при этом у нас оказывается огромный долг. Есть вариант, когда идут сторипоинты. То есть часы заменяются на сторипоинты, и сторипоинты мы не сжигаем поштучно. То есть если история на 5 сторипоинтов, она либо закрывается вся, либо вся не закрывается. То есть либо 5 сожжено, либо сожжено 0. Да? То есть история либо готова, либо не готова. Вспоминайте definitional done, классические agile. Это основные такие, самые распространенные варианты бёрндауна. И переходим к симптоматике, как бы то, ради чего мы собрались. Ручкой по бумаге. Просто чтобы еще раз показать, что бёрндаун на самом деле, как бы он ни выглядел, он является очень простым инструментом. Первый кейс. Просто простой. Кто попробует его рассказать? Давайте сразу. Пунктир это бейзлайн. То есть наша запланированная линия. О чем нам говорит этот чарт или получарт? Подсказываю. Идеальную ситуацию. Я бы сказал, это самая плохая ситуация. Она очень далека от идеальной. Возвращаясь, есть бейзлайн, да, как бы мы должны были двигаться. Бейзлайн строится на capacity команды. Например, 10 человек по 8 часов в день, то есть там 80 часов в день. Но у нас здесь нету стартовой точки отсчета, и у нас нету линии actual. То есть у нас нету реального estimate, изначального точки, с которой мы стартуем. Потому что baseline базируется на capacity, а не на estimate. И второй момент, мы вообще не мониторим наш текущий прогресс. Мы не знаем, где мы находимся, потому что либо у нас вообще не создано тасок, либо у нас не проставлено estimate, либо у нас вообще не логается время. То есть это график, который называется ни о чем. Но он самый простой. Две оси и baseline. Следующий график, он немножко поинтересней. У нас появляется actual. Но actual почему-то... как сердце остановилось у команды, не двигается и не бьется. Да, абсолютно прямая линия. О чем нам говорит прямая actual линия на графике? Там что время идет, не логает время никто. А будет ничего на роботе. Еще никто ничего не делает, сидят чай пьют.
сидят, пьют чай, или того хуже, даже не пришли на работу, да? Или спринт еще не начался. Если бы спринт не начался, линия бы уже не ушла в конец оси по времени, правда? Вариант с бэкфиксингом не пройдет, потому что мы, скорее всего, сейчас говорим о спринт бёрндаун чартах, да? Ну, то есть то, с чем каждый из нас имеет дело. Бакфикс покажет, то есть мы бы шли ровно-ровно, здесь бы была вот так прямой маленький кусочек на пару итераций, и дальше мы бы снова пошли вниз. Это был бы багафикс или стабилизационная итерация в рамках релиза. Здесь же в рамках спринта у нас идет линия вся ровно. Это значит, работа заэстимейчена, но у нас вообще не логается время. Это первый вариант. Или второй вариант, мы за все время не закрыли ни одной таски или ни одной истории. Если мы идем по принципу того, что мы закрываем, ну, мы логаем время только по закрытым таскам, по факту закрытой, все полностью закрытого объема работы. Очень большая таска. Очень большая таска, очень плохо. Таски должны укладываться в один день, правильно? Чтобы видеть реальную картину. Не смогла. Что сделать? Перезапустить спринт. Потому что это значит, команда вообще не понимает, что она делает, где находится. Up in the sky или первый спринт в жизни. Замечательная картинка, но говорит о том, что команда... На самом деле, таких графиков не надо пугаться. Этот график говорит только о том, что команда уже знает, что у них есть тулза. Что в эту тулзу забиты таски. Таскам поставлен estimate. Или как минимум, что скорее всего на этом графике происходит. Estimate таскам или таски добавляются с estimate прямо на протяжении итерации. То есть есть baseline, который закладывает capacity, мы его чем-то забили, и мы начинаем докидывать таски по мере того, как мы за них беремся. То есть вот середина спринта, мы поставили сюда таску, за которую беремся, докинули в нее estimate, наш график вырос вверх. То есть график не отображает реальную картину, просто потому что технически работа с графиком ведется неправильно. Есть еще один вариант, таски постоянно переэстимируются. То есть мы забили тасок, уйдя в точку... встреча с capacity нашей команды, но в момент, когда мы берем таску, то мы вместо 4 часов превращаем ее в 8. И у нас поэтому постоянно растет все вверх. Что сделать? Проэстимировать все истории таски сразу и полностью. То есть все таски или все истории до конца спринта должны быть проэстимированы. Для чего это надо? Чтобы не ползти вверх и видеть наше реальное положение. Есть еще вариант, мы добавляем таски, но при этом спринт не стартанут в системе. Да? То есть там в Jira на Rapidboard есть старт спринт, вот возможно кто-то не нажал эту кнопку. Тоже может получиться такой график. Сейчас, прости. Слухай. Да. Вот, есть bump on the road. На самом деле, график выглядит очень печально, но он не так плох, как кажется. Почему? Один вариант – довести его до конца, так как сейчас это видно на картинке, да, то есть все-таки завершить его в ноль. Второй вариант – рестартануть спринт. Почему так произошло? Истории не были проэстимированы в самом начале, или истории додавались в середине спринта. Почему график хороший, несмотря ни на что, как вы считаете? Вариант один, потому что закончился. Почему еще график хороший? Видим хоть какой-то прогресс. Взялись за голову, да. То есть команда как бы безграмотно или ну, технически, не технически безграмотно, именно с точки зрения работы с системой, с графиком, команда бы не стартовала спринт, как бы истории или таски не добавлялись на протяжении спринта, команда в середине спринта спохватилась, добавила всем таскам estimate и дальше начала мониторить его выполнение. То есть по сравнению с предыдущим графиком, когда все летели вверх, и это все было бесконтрольно. Этот график говорит о том, что команда увидела свои ошибки, промахи и смогла принять правильное решение, как с этим справиться. Ну а дальше идут графики из реальных ситуаций. Мой, наверное, один из самых любимых графиков – Management is coming. Все предыдущие графики, они относились к тому, что неправильно работаем с тасками, неправильно работаем с estimate'ами, неправильно работаем с системой. Да? Получаются странные картинки. Этот график говорит о том, что с системой мы работаем, спринт стартанули, таски добавили, estimate'ы назначили, но идет менеджмент.
варианты, почему он приходит. Все закрыли в последний день, залогали время, да? Да, получается, никакого трека не... Ну, то есть, варианта два. Либо команда на самом деле взяла на всю итерацию такой скоп работы, которая физически смогла закрыть за последний день. И вопрос менеджмента, а нафига я платил вам за предыдущие дни, если вы все за один делаете такой объем. Вариант два, команда просто не логала время. И, соответственно, как все таски поапдейтили, да, и понамержили в последний момент. А если действительно был какой-то багфиксинг и там какая-то одна стори, которую действительно там закрыли там, за день? Смотрите, по поводу багфиксинга. Тут надо смотреть на то, как этот график, что он считает. Если этот график, который считает, например, по количествам стори, и у вас была одна стори на всю итерацию, и эта стори закрылась за последний день, да, то есть вы всю итерацию потратили на одну стори, и закрыли ее в последний день. Да, это может быть. Чаще всего этого не происходит, потому что редко, когда команда берет одну стори на один спринт целиком и полностью, да, потому что все-таки работы параллелятся и так далее, и так далее. Если идет багфиксинг, есть так называемый тайм-резерв. То есть мы закладываем некую историю или таску с лимитом часов, соответствующим capacity команды. Мы берем из бэклога багов дефект, тот, над которым начинаем работать. Ему тут же присваиваем estimate этого времени. То есть, например, у нас есть там 40 часов в резервной таске. Мы 4 часа перекачали, минусанули 4 часа из 40 резервных, поставили estimate 4 на дефект. Мы закрыли дефект, мы сожгли 4 часа. То есть мы выжигаем резервное время, соответствующее capacity, через дефекты. А как вот в таком случае правильно эстимейтить дефекты? В основном дефекты такие попадаются, что ты можешь там не знаешь, сколько ты времени потратишь на его решение. Вот. То есть, парни, наверное, технические специалисты здесь вы, наверное, это мой вопрос вам, как правильно эстимейтить дефекты. Но смотри, ты когда берешься за дефект, ты же знаешь, никто не просит правильно проэстимейтить, в данном случае никто не просит тебя проэстимейтить дефекты на там, весь релиз вперед или весь дефект бэклог. Речь идет о том, что ты как человек, который сейчас знает, что этот дефект осанится за тобой, да, в данный момент времени, ты сразу берешь его в работу, и ты выставляешь адекватный реалистичный эстимейт на фикс этого дефекта. Ну, на самом деле, иногда бывают случаи, когда это невозможно оценить. Это не то, что системные каждый раз. Иногда надо сначала investigation провести, undefined длины, допустим, от около часа или там двух, и тогда более-менее проясняется картина фикса. Иногда фикс две строчки, но ты целый день пытаешься найти, что там пошло не так. На самом деле 30% багов такие, и от этого уйти очень сложно. Есть, конечно, очевидные, которые сразу можно четко сказать, сколько времени тогда. Да, парни, и это абсолютно нормально. То есть в таком случае вы сначала из тайм-резерва закачиваете в баг 2 часа времени, да, которое, вот вы говорите, надо на его оценку, по сути, анализ и оценку. Когда вы провели анализ и оценку, то есть вы уже потратили 2 часа, вы докачиваете, выкачиваете из тайм-резерва в дефект там еще, ну скажем, 5 часов времени, да, которое вам надо реально уже на фикс после анализа. Все, вы тратите эти 5 часов времени, вы их реально логаете, сжигаете. То есть вы в идеале идете по бейзлайну. Да, это до того момента, как у нас есть какой-то, допустим, условный релиз, и возникает, допустим, 15 суперкритикал багов, их надо пофиксить любой ценой, в мрыно сделай. Тогда в этот момент это все, как бы, к сожалению, ломается, все бросается, все кидается, стори вылетают, фиксится баги. Ну, дальше вам можно не объяснять. В таких случаях это чуть, к сожалению, не так работает. Но при более адекватной работе, в принципе, да. Ну, давай так, мы рассматриваем общие примеры. Если копаться в специфике, то можно забрести в такие дебри. Не-не, я ничего против не имею. Не, если при нормальной работе, то это хороший подход. То есть не каждый день какой-то суперсрочный релиз, и не каждый день такое бывает. Да, парни, смотрите, я сейчас просто больше фокусируюсь на бёрндаунах как инструменте, а бёрндаун как инструмент в первую очередь трекает, ну, классический agile, да, он нацелен все-таки не на багфикс, он нацелен на feature development. То есть, и как таковой feature development, ну, бёрндаун для классической итерации, это бёрндаун, который меряет прогресс реализации реального функционального скоупа. То есть, поэтому мы сейчас больше рассматриваем бёрндауны, которые, ну, давай так, которые базируются или описывают ситуацию вот на таких классических feature development спринтах.
Я буду рад потом обсудить вот какие-то частные кейсы с проектов, то есть помочь подсказать, то есть там уже порисовать детальней. Ну, просто чтобы не на пальцах это объяснять сейчас между строк. И у меня уже поменялось, там еще не поменялось. Окей, следующие два графика, что-то оно... Притормаживает. Да, чего-то оно притормаживает. Есть дальше два графика, слишком рано и слишком поздно. На них останавливаться очень долго не буду, да, говорил вначале, что мы находимся под бейзлайном, мы спешим, над бейзлайном мы опаздываем. Какие основные проблемы таких двух штук есть? Это проблемы с эстимацией. То есть overestimate, underestimate. Overestimate на самом деле потратили меньше времени, закончили раньше. Underestimate недооценили, не уложили срок, потому что потратили времени больше, чем планировали на все эти задачи, что-то осталось невыполненным. Единственное, что хочу сказать, что не успеваете, то есть если у вас под риском находятся две стори, лучше сфокусируйте усилия команды на наиболее приоритетной стори и закончите одну, ну лучше закончить одну качественную, чем сфейлить две. Менеджмент или лидершип команды на ранней стадии должен скоммуницировать клиенту, что одна из стори не будет закончена. Потому что клиент возмущается не тогда, когда стори, которую брали в спринт, не сделана. Клиент возмущается, ну, не от самого факта не сделанной стори. Клиент возмущается в том случае, если он об этом узнает как факт на демо в конце итерации. Поэтому тут как бы налаживайте внутреннюю коммуникацию и правильный escalation. Сейчас, сори. Так, слухаю. Так, я піднімаюсь о перші 15 Діма Мартинов мав під'їхати до 615, я зараз піднімаюсь туди. Так, ми просто розірвали час. Окей. С этими графиками понятно, тут есть много полезной информации. Let's have rest team. Что здесь? Здесь команда смогла сделать... То есть тут нету over-under commitment, команда напряглась, выполнила все раньше, дальше расслабилась. Варианта 2. Если команда напрягалась очень сильно на предыдущей итерации, и сейчас это идет такой инерционное выгорание, да, или инерционный такой over-performance, команду не надо... никуда торопить, то есть команда сейчас должна действительно немножко отдохнуть. Есть второй вариант, команда просто сделала небольшой overestimate и дальше расслабилась. Можно добирать story в спринт. Или pre-development. Да, или pre-development делать. Хорошая команда. Почему хорошая? Потому что на самом деле, да, в начале, то есть у нас многие истории требуют каких-то там инвестигейтов, прототипов, архитектурных, может, изменений, то есть может не всегда тратили то время, которое эстимировали, но в целом команда выровнялась. В такой ситуации очень важно где-то на третий день спринта, когда вы видите, что вы очень сильно отдаляетесь от бейзлайна, провести некий после стендапа еще на 15 минут такой анализ того, почему это происходит. Дальше уже решать, либо вы на самом деле укладываетесь, либо вы не укладываетесь, надо рестартовать спринтом или менять эстимейт, ну то есть... Желательно на второй-третий день провести анализ того, почему вы находитесь в такой ситуации, сможете или не сможете это довести до конца. Отличная команда. Вначале отставали, нашли все проблемы, все issue технически идентифицировали, вырвались вперед, закончили вовремя. Даже оставили время отдохнуть и для предевелопмента. Можно добрать story. И идеальная команда, которая регулярно, постоянно, по чуть-чуть сжигает. Где-то с отставанием, где-то с опережением. Средний estimate всегда идет вокруг бейзлайна. Поэтому бейзлайн тут даже не рисовал. Где-то так это есть. Хотел напомнить в конце, что у вас как у команды есть полный авторитет брать на себя выбор инструмента, формат, в котором вы работаете, и в обязательном порядке соблюдать коммитмент. А для коммитмента вам надо действительно быть как бы оунерами своего процесса. Я хотел, чтобы с пониманием инструмента вы все чувствовали себя примерно вот так. Спокойно и с ощущением силы. У меня все. Гайс, есть какие-то вопросы у Димы? Потому что нам его придется отпускать сейчас через 3 минутки. Так, просто для интереса. А вот те много страшных чартов необычных, которые были на одном из первых слайдов, можно в двух словах о них или не просто так
от фонаря? Нет, они все разные. То есть есть, как я говорил, то есть чарты, которые, на которых добавляются, сейчас пробую на них отлистать. Есть чарты, на которых добавляется линия скоупа. Да, для того, чтобы трекать, то есть когда команда уходит по actual line в горизонталь, ну, в горизонталь, да, в параллель с CVX-ов, и кажется, что команда, ну, будто бы ничего не делает. На самом деле, вот линия скопа. На самом деле показывается, что вроде команда в ровной линии, но это за счет того, что мы сожгли 10 поинтов, но и получили новые 10 поинтов, да, то есть просто сбалансированное выравнивание. Это один вариант. Есть график, который трекает velocity, то есть есть график, который трекает тоже рост и убирание скоупа вот такими вот штуками. Есть, когда трекается по категориям, то есть там, что должно быть сделано, что там в статусе approved, то есть если есть какие-то промежуточные фазы для story. Или там есть разделение на, ну, то есть когда, например, burndown applyется под kanban, там делается кумулятивный чарт, который может тоже мержиться с классическим burndown, и тогда там есть new, approved, in progress, там in progress development, in progress testing, там acceptance. Ну, вот такие вещи всякие. То есть дальше, смотрите, все burndown'ы из базовых двух линий baseline и actual, они могут наворачиваться по необходимости проекта. И учтите, что вы не обязаны там сразу делать себе сложный там крутой burndown, просто смотрите по мере того, как вы работаете. У вас есть большие изменения, часто изменения в скопе, добавляйте линию в скоп. У вас нет отдельно трекинга в velocity, или у вас часто actual velocity и planned velocity не соответствуют в конце спринта, добавьте прямо на burndown себе два столбика, там синий-зеленый, сколько вы планировали, сколько вы реально сделали. Подожди, меня иду с тобой сейчас. Сколько вы планировали, сколько сделали, и будете сразу видеть это все на одном артефакте. То есть смотрите, как вам удобней. Ну и как follow the white rabbit. Он неуловимый, но он ведет в правильном направлении. Хорошо, спасибо. Парни, я, к сожалению, вынужден очень сильно бежать. Сори, что не до конца из митинга с вами. Я открыт для всех остальных вопросов, или напрямую мне, или может вы их там сагрегируете, через Женю мне зададите. Там надо еще одну сессию по бёрндаунам, какие-то детали посмотреть. Я всегда готов и рад. Зовите меня, я